Харьков, 30 августа 2018 год. 15:40, если вы забыли. Ты представляешь, только сделал запись, а больше июля только порох по Харькову билбордов наставил. Денег человеку некуда девать. Не успел, блин, 20 метров проехать. Вот смотри, напоминание. Ну, на всякий случай, если забыл. Незалежність ми йдемо своїм шляхом, ми Україна, Петро Порошенко. Це хождення по азимуту какое-то, зорниця, я не знаю, казаки-розбойники. Кожні 100 метрів по плакату, що ли? Це перебор, реальний перебор. Просто навіть некрасиво. Зі сторони президента, не найбагатої країни.